Почему они выходные не работают? Они тогда могут больше тёстки пить, а делать не делать. Зимой меньше посетителей, наверное. Нет, вы не можете по стену ходить. Сегодняшний день будет самым тяжелым с начала февраля. Целый день лежал с температурой, доходило до 39,1. Сейчас поеду, сделаю пару кружков вокруг дома и до аптеки, чтобы челлендж не заканчивался. Сейчас еду по острову Тессель, 1 марта, челлендж успешно провален, последние 4 дня было не до велосипедов, потому что был то на границе, то в пути. Все, сейчас подъеду к морю и конец.